Эй, ребят, всем привет, с вами Дмитрий, это канал Код ТВ, и сегодня я вам расскажу, прям долгий, блядь, видосик сделаю, потому что меня уже задолбали в чате, не могут сами решить с этими сраными кубиками задания. И что вообще, о чем идет речь? О том, что мы не можем, допустим, попасть вот в этот данж «Пустая лодка тысячи дверей». Чтобы в него попасть, во-первых, нужно залезть вот в этот колодец. Здесь два активатора нужно сделать. Во-первых, открыть вот этот активатор, нажать, чтобы первую колонну открыть. А второй активатор, это нужна нам линза. Линза нам дается в ходе цепочки квестов очищения священной сакуры. Значит, получаем эту линзу, и там мы, получается, с помощью этой линзы, ну, я вам сейчас покажу, будем наводить на лисичку и сможем открыть следующий люк. Ну, как говорится, обо всем понемножку. Так. Блять, у меня стреляющих персонажей нету. Чё это будет долго? Блять, он еще не того бьет. Ёб твою мать. Ладно, лучше я вместо Резора возьму лучницу. Может, попроще будет. Там у меня клиха была, я с помощью клихи проходил, вообще спокойно стрелял. Где? In the name of the princess in. Вот таким макаром. Обходим, находим, зажигаем. Зажигаем статуи. Значит, одну зажгли, вторую зажгли. Так, что там еще у нас? Еще их. Тут несколько должно быть. Так, вон еще одна. Один монумент. Блять, я зажегся. Так, раз-раз. Звук пишется. Так, где-то тут еще четвертый монумент должен быть. Ой, блядь, не, к этому я дурачку не полезу. Слишком долго с ним драться. Да и он нам, в принципе, и не нужен. Было массовые штуки проходить, когда у тебя нет ульты. Сяо готовый. А так как мне Сахарозу еще пришлось заменить на фишель, потому что надо электроэлементы, поэтому будет чуть дольше. Но делаю все ради вас. Где-то мой запасной аккаунт, так как я уже свои-то задания все прошел, делаю только ради вас вот это вот мучение. Так что, ребят, если вы меня куча лайков не поставите, не поддержите. Бля. В следующий раз я буду просто нахуй чатик посылать. Что я трачу сейчас очень большой объем времени, только чтобы показать вам, как это пройти. Так, чё мы там все активировали, нет? Пиздюльки электрические. Да, все активировали. Все. Нажимаем активатор. У нас открылась одна заслонка. Прыгаем вниз, и вот тут нас ждут лисички. Угу. Используем Oculus припары. Чик. Чик. И чик.
О, активируется у нас люк. Здесь вот находится загадка. Но сейчас мы ее решать не будем, так как наша цель этого видосика. Если вам интересно прохождение данного квеста жертвоприношения, у меня есть уже целая куча видосиков и один большой видосик с полным прохождением этого квеста, можете посмотреть. Сейчас наша задача это что? Это разобраться с кубиками. Так, блядь, я заблудился. Дети, кубики злоебучие. Да, они вот тут вот сейчас слева будут, да, вроде? Угу. Вот это вот самая дрочная загадка вообще во всей этой Инозуме. Вот именно вот этот момент, это самый-самый дрочный момент. Это я вам честно могу сказать. Так, значит, эти туда. Угу, хорошо, допустим. Так, сюда, сюда. Этот сюда смотрит, да? Ой, блядь, не то нажал. Угу. Теперь эти все писюльки сюда смотрят, а эта писюлька смотрит сюда. Значит, мы можем их повернуть вот так. Так, теперь они все вот сюда смотрят. Едем дальше. Вот так. Вот так. Угу. Так, этот у нас сюда смотрит. Я сейчас стукну. А, блядь, я проебался где-то. Ну, это самая сложная загадка, ребят. Я тут тоже сидел, тупил долго. Придется и вам посидеть, потупить. Чтобы ее пройти. Угу. Так, нажимаю вот эту. Нажимаю вот эту. Так, этот у нас прямо теперь смотрит. Ага, ну и все, и последний вот этот нажимаем. Все, загадка решилась. Надеюсь, вы поняли. Либо по аналогии делайте, как я сейчас сделал все полностью. Либо, блядь, ищите схожий момент. Ну, блядь. Вот, видите, у нас вода немножко спустилась. И вот нам в эту пиздульку надо теперь будет нырять. Так, еще здесь где-то была фейка. Надо фейку бы еще тоже сопроводить. Так. Юля. Я тебя вижу. Я тебя все равно найду. Вообще это не принципиально, это чтобы вот эти вот ворота открыть. Но и это тоже надо. Угу. Так. Теперь вот эту вот подружечку сопроводим. Так, вот она открывает нам сюда вот проходик. Ребят, вот, вот, вот это вот с этой стороны, я думаю, вы заходили с туза сюда уже. Давайте я вам нагляднее покажу. Здесь была дверь, которая была закрыта. Вот, теперь она открыта, эта дверка. Вот я вам выгляну, покажу, чтобы вы сориентировались на местности. Про что я говорю, про это место. Вот, теперь что нам надо? Нас, короче, вот смотрите. Так, я не знаю, отсюда лучше плыть или оттуда. Ну давайте в этот раз я попробую отсюда доплыть.
Вот тут вот за воротами, вон там вот, 5 кубов еще стоит, их тоже надо активировать, чтобы уровень воды еще упал. Не уверен точно, что я здесь доплыву, но я попробую. Я в прошлый раз прыгал в дырку и плыл с той стороны. С той стороны тоже можно доплыть. Просто у меня очень мало стамины, поэтому, блядь, выкручиваюсь как могу. Вот, открываю дорогу. Все, дорога открыта. Но нам нужно еще опустить вот эту вот залуборгу. Так. Угу. Угу. Что-то я лоханулся, короче. Ладно. Угу. Ну, в общем, не суть. Самое главное, чтобы они в одну сторону. Я в прошлый раз вращал, чтобы они все сюда смотрели. То есть, неважно, они в ту сторону, в эту сторону не высмотрели. Главное, чтобы все вот эти вот пиздюльки встали в одну сторону, начали смотреть. Либо делать типа аналогии, либо находите свойства как-то так. Как видите, водичка еще спустилась у нас. Можете здесь полазить, еще зачистить местность. Но нас сейчас не это интересует. Нас интересует именно заход в эту проклятую. Так. Значит, заходим сюда. Здесь нас еще будут поджигать, поджидать загадки. Интересно, я могу их проигнорировать? Просто не знаю, могу ли я пройти. Да, я могу через них просто пройти и все. Послать их нахуй. Потому что у меня нет желания с ними просто так драться. Так. Как видите, телепорт я активировал. Теперь идем непосредственно к самому данжу. Не буду здесь ничего открывать. Сами откроете, что вам здесь надо, залутаете. Нас интересует именно открытие последнего данжа. Так как мы сюда прошли, барьер здесь снят. Невидимый, который был. Вот он наш босс, к которому мы телепортировались вот с этого острова. Вот, и теперь нас здесь что интересует? Нас здесь интересует... попадение к самому данжу. Чтобы попасть в данж, нужно сделать вот эти вот загадки, активировать. Загадки абсолютно несложные. Если у вас... Блять, я тупой. Если у вас IQ больше, чем у меня, то вы их легко решите. Активировать, забрать сундук и решить последнюю загадку. Как кроется, собственно говоря, последний данж.
Ну, в общем-то, и все. Получаем легендарный сундук и открываем, соответственно, данж. Вот-то, в принципе, и все, ребят. Ничего абсолютно сложного, блядь, я не понимаю, почему прям столько огня в комментариях было, потому что, ну, для меня это абсолютно не составило труда. И, как бы, ну, блин, в этом-то и радость. Я просто вам показал путь, как пройти к этому данжу. А загадки, я думал, вы сами захотите решать. Ну, блядь, не хотите, не решайте. Вот вам прям полное прохождение, как дойти до этого данжа. В принципе, вот и все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видосики. Всем пока-пока и до новых встреч.